1 февраля 1945 года. 1 февраля в Восточной Пруссии наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овладели городом Зейбу, а также заняли более 50 других населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки противника, 1 февраля штурмом овладели городом и крепостью Торунь, важным узлом коммуникации и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла. За 1 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 133 немецких танка, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.